Привет, Алан. Что это? Это русский балет здесь будет проходить. Уже, наверное, проходит с октября по декабрь. Вот в этом Sutherland Entertainment Center, развлекательном центре Sutherland, проходит русский балет. И не только русский балет. Но мы сюда пришли на магическое шоу, специально организованное для детей. Вот. Мы сейчас будем смотреть фокусы всякие и выступления фокусников. Тебе нравятся фокусы? Да. Здорово. А клоуны нравятся? Дяди веселые. Да. Классно. Oh,
You look like a Christmas tree. Okay, Mom, quick roll. As this wheel begins to spin, don't take your eyes off the center. Don't blink, don't look away, don't talk to anybody. I'm going to count backwards from 10. As I do, stay focused, don't blink, don't talk to anyone. 10. Thank you.
мы купили такую штучку, магический меч, светящийся в темноте. Замечательное было представление, но больше всего нам понравилось то, что иллюзионисты на самом деле такие замечательные, дружелюбные люди, что они вышли после концерта, после выступления, вышли всех поприветствовать и фотографировались с людьми до тех пор, пока последний человек не ушел полностью довольный. Спасибо им огромное. First basement. Не-не-не, еще не выходим. Спасибо, что заглянули на наш канал. Мы всегда рады вашим лайкам и комментариям. Ну а если вам очень понравился наш канал, не забудьте подписаться, чтобы не потерять нас в море информации. Всем спасибо. Пока-пока. Класс.